Нас же сейчас с вами ожидает второй бой. Михаил Апостолов, представитель Болгарии, и Федор Емельяненко из России, город Белгород. Михаил Апостолов! Чемпион Болгарии по борьбе самбо среди мужчин в 2000 году весом 105 килограмм. Рост его 185. Очень тяжелый, громоздкий боец 80-го года рождения. Всего лишь 21 год. 21 год ему. Достаточно мощный и очень молодой боец. Достигший уже, как вы видите, много. Призер международных турниров по самбо. Федор Емельяненко. Россия, город Белгород, рост 182, вес на 1 килограмм больше, 106 килограммов. Родился в 1978 году, на 2 года старше. Очень молодые бойцы. По сравнению с теми, кто уже считается профи на ринге, они достаточно молоды, но это не значит, что они неопытные. Потому что Федор Емельяненко — победитель Кубка Европы по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо. Итак, в красном углу чемпион Болгарии по борьбе с самбо, призер международных турниров по самбо Михаил Апостолов! В синем углу победитель Кубка Европы по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Федор Емельяненко, город Белгород, Россия! Пожелаем им успеха! После пожелания успеха хотелось бы еще напомнить о том, что представитель из Болгарии, боец Михаил Апостолов, самый молодой из бойцов Ринц. Вот сейчас страшные удары проходят. Очень-очень страшный удар был в область почек. Еще один, еще. Сейчас вот, кстати, человек, который занимается вот так вот просто жестоким вот таким вот, очень удары такие жесткие проходят. Это наш соотечественник Федор Емельяненко. Чувствуется, что на 2 года поста. Может быть, психологическое преимущество. Удушающий прием сейчас проводится представителем команды России из города Белгород, что на границе с Украиной. Южные бойцы, оба южные. И достаточно тяжелые. Федор весит 106 килограмм, а Михаил 105. Для 21 года. Вот, видите, очень быстро закончился бой, проиграл боец из Болгарии. Молодость все-таки проиграла. Очень быстрый бой, очень быстрый и красочный, очень твердый. Выиграл боец в России Федор Емельяненко. Поздравляем!